Заира Ельдыбаева сегодня с волнением получает свой первый в жизни документ о присвоении квалификации. Девушка в восторге от полученных знаний и навыков. Самые лучшие кондитеры города делились ноу-хау вкусной выпечки. Больше всего новоиспеченному кондитеру нравится готовить слоеное тесто. Эти 3 месяца для меня были вообще замечательными. Я много чему научилась, освоила новую профессию. Я кондитер теперь. Буду работать по профессии обязательно. Где я практику проходила, мне там предлагают работу. Сейчас на рынке труда самые востребованные профессии – это повара, бармены, администраторы, водители погрузчиков, официанты, овощеводы и няни. Если есть желающие, которые в городе находятся жители, которые, можно сказать, долгое время по своей специальности не могут найти работу, могут обратиться к нам. Мы находимся по адресу Уалиханова, 12. И если желают, мы можем направить на курсы. Обучение бесплатное, с бюджета выделены средства, и к тому же выплачивается стипендия в размере 16 700 тенге. В общей сложности в этом году на обучение было направлено более 600 человек. Более 300 прошли курсы подготовки, и 125 уже трудоустроены. Гульбадам Назбенова, Мирлан Аманжолов, Казахстан, Актобе.